В год 75-летия Великой Победы историко-патриотический клуб «Поиск» создает фотоэкспозицию на тему «Пинчане-победители, вернувшиеся с войны, погибшие и пропавшие без вести». Организаторы просят всех неравнодушных принять участие в создании экспозиции и предоставить на выставку фотографии родственников, знакомых, запечатленных как в военное, так и мирное время. Сбор информации в фойе Пинского городского центра культуры и творчества бывшего ДК «Трикотажник». По четвергам с 10 до 13 часов. Справки по телефону 33 13 50. Фотоматериалы можно выслать также по электронной почте, адрес которой вы видите на своих экранах.